Хорошо, давайте. Здание мы это строили 1 год и 2 месяца. Оборудование музея продолжалось примерно на протяжении полугода. Да, сюда вложены серьезные деньги, сюда вложено порядка 500 тысяч гривен. Я имею в виду не на ремонт, а только на экспонаты и на оборудование. Делал все своими руками, личным составом. Безусловно, собирали все с воинских частей, собирали, у ветеранов брали информацию, брали фотографии у ветеранов. Кое-что было у нас, материалы были такие. Но сегодняшние, допустим, фотоматериалы легко сделать, то, что зона АТО, то, что зона ОС. Здесь представлены. А исторические, конечно, безусловно, брали. Вот, допустим, вдова генерала Хмельницкого, Клара Сергеевна, сегодня здесь. Вот внучка генерала Просвирова. Личные вещи, костюм, форма. Я дедушку, конечно, почти не помню. Его не стало, я еще в школу не ходила. Я вещи, те, которые вот вы здесь видите, я их с удовольствием трогаю сейчас, да? Я их отдала из домашнего архива в прошлом году. Зато, как это правильно? Да, вот расставаться с тем, что действительно несет в себе историческую и, наверное, ну, моральную ценность. Это большое дело социально-патриотического плана. И поэтому вот такие вот смешанные чувства я испытываю. Я занимался личной организацией работы этого объекта, да? Знал, что будет хорошо, но настолько отлично у нас все было, настолько насыщенно, вы видите, все продумано и по воинским частям, и по этапам развития нашего войска. Очень хорошо, смотрите, какие семейные династии отражены. Это те люди, которые уже сейчас служат, те, которые отслужили. В общем, достаточно содержательный материал подобран.